В Люберцах началось формирование молодежного парламента общеобразовательных учреждений городского округа. Выборы состоятся уже в середине следующей недели. Ну а на днях юным кандидатам в депутаты вручили удостоверение. 363 школьника официально стали кандидатами в депутаты молодежного парламента городского округа Люберцы. Они получили удостоверение и приняли поздравления от чиновников. Хотелось бы пожелать от депутатского корпуса удачи вам, успехов, дерзайте. Отрадно, что в Люберецком округе такая активная молодежь. Это очень радует. Успехов вам! В этом зале и те, кто впервые баллотируется в ряды депутатов, и те, кто уже знаком с работой Люберецкого молодежного парламента. Десятиклассник Иван Игнатов состоит в организации уже год и хочет продолжить депутатскую деятельность. Вообще я о парламенте узнал совершенно случайно, по телевидению. И сразу я вдохновился и подумал, ведь мы сами тоже можем менять жизнь свою в лучшую сторону. Что молодежный парламент – это как вторая семья. Все тебе родные, и хорошие отношения со всеми поддерживаются. Выборы в молодежный парламент пройдут уже 25 октября. Каждый кандидат ведет активную предвыборную кампанию. Конкурс серьезный. Из 363 кандидатов только 105 станут реальными депутатами. Депутатами первого созыва нового молодежного парламента. Поскольку у нас Люберецкий район преобразован в городской округ, то сегодня такое историческое событие. Кандидаты в депутаты получают удостоверение, которые будут первые в городском округе первым молодежным парламентом избранным. Оставаться такими же активными, пожелать им удачи, успехов и честной, справедливой борьбы на выборах. Молодежный парламент существует в Люберцах уже 9 лет. Его члены ведут активную общественную работу, волонтерскую деятельность, участвуют в экспертизе нормативно-правовых актов, а также реализуют множество полезных проектов. Мария Лапычева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.